Новый поворот международной семейной драме. Задержанные в Варшаве Денис Лисов и три его дочери планируют вернуться в нашу страну. Об этом сообщила уполномоченная при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова. Дениса разлучили с детьми шведские социальные ведомства. Семье пришлось бежать в Польшу. Местный суд принял временное решение оставить девочек с отцом. Теперь семье помогают российские дипломаты и другие службы. Мы запланировали несколько переговоров по тому, как можно сократить те сроки, о которых сегодня говорят. По оформлению всех необходимых документов, человек, желающий вернуться в Россию, сейчас с детьми находится на территории другого государства. Очень важно, чтобы оказывалась медицинская помощь в полном объеме и образовательные услуги, чтобы дети не были выключены как-то из процесса этого. Напомню, о шведских заключениях Лисовых проблемы в семье начались, когда мама оказалась в больнице. Якобы отец один не справлялся. Девочек определили в арабскую семью выходцев из Ливана. Чтобы быть вместе, Денис, а он не лишен родительских прав, забрал дочерей. До Польши добрались на пароме, их задержали в аэропорту Варшавы, когда Лисовы пытались вернуться в Москву.